А перед началом данного видеоролика не забудь подписаться на канал, поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий в виде такого. Поехали! Это производство от Домино. Так, всем привет, сегодня снимаю с вебкой, давно уже такого не делал, ну да ладно. Сегодня необычный видос, типа блог или влог, я не знаю, короче, как это называется, скорее всего, типа что-то блог. Давно хотел снять подобный видосик, кстати, подписывайтесь обязательно на мой канал, и обязательно на Инстаграм подписываемся, и Твиттер, там все в описании. Ну так вот, почему же я снимаю это видео, и что интересного я нашел. Давно хотел показать вам о том, как вообще выглядят мои хейтеры, да, какие они сами из себя и так далее и тому подобное. Но очень часто они удаляют свои комменты, или у них нет ссылки на ВК, или это левые странички, или еще что-то. И тут я нашел прям образец образцовый. Это достойное видео. Ну, правда, недостойно это его, но достойное видео. Короче, все. BUN1K3. Короче, это ни в коем случае не реклама, это антиреклама. Я заснял видосик про Amazing. Вот я сейчас покажу, как он называется. Вот где-то тут. Вот я снял видос, все про проект Amazing. И здесь я рассказывал там про то, как поступает администрация, о том, что они делают и так далее и тому подобное. 68 лайков и 26 дизлайков. Ну, в принципе, нормально, более-менее. То есть люди в большинстве случаев меня поддержали. Вот, и один тут бомбанул, собственно, он тоже типа ютабер, он бомбанул, пишет, да, он... А, и, кстати, да, изначально там я сказал то, что наказание за банихоп это глупо, и, ну, многие со мной согласились, то есть, ну, пробежать от одного конца карты до другого без банихопа это реально сложно, и на это реально уходит много времени. Вот человек пишет, ты даун, ты в реале будешь идти и прыгать, мы сейчас о реальной жизни говорим или о игре, чувак? Кстати, у нас, типа, кто-то скажет ролеплей, там, типа, как в жизни, но мы не повторяем абсолютно все то, что в жизни в данной игре, согласитесь. Так, и он пишет, чтобы быстрее дойти до какого места, чтобы, пишется через дефис, из-за главной буквы, а, нет, тут да, правильно, извиняюсь. На грине давно такие правила, гринтеч, как я понял, и все норм, а ты тупой обмудок, который просто решил хайпануть, твой контент ни о чем, сам не понимаешь уже, ну, как бы, сейчас посмотрим, почти 900 просмотров, 68 лайков, 92 коммента, видос типа и контент ни о чем, да, 3000 подписчиков. Для, ну, понятно, что для сферы КРМП это нормальная сумма, ну, все это знают, то что это нормальная сумма. И он такой пишет, типа, просто решил хайпануть. Ну, как бы хайпануть, я тебе сейчас покажу, что такое хайпануть, чувак, на видосе хайпануть, это вот, ну, сейчас где-то тут у меня был видосик, где я вот реально им хайпанул. Ну, вот, например, Profit YouTube 5,5, вот 2,4, а 900 просмотров это по-твоему хайп? Ну да, судя по тому, как ты к этому относишься, да, это для тебя хайп. Вот, и я ему пишу, это игра. И я ему ответил так, как он должен был понять, с матами и все красиво. И он пишет, извини, но тут только ты, твой канал говно, как и ты сам. Ай, в слове говно сделать ошибку, блядь, ну это ниже некуда. Извини, ну ладно, я ему пишу, извиняю, ну да, чмо, которое решила, лишь бы что спи. Ты реально думаешь, что меня интересует твое мнение, ты слишком ошибаешься. Ну да, в принципе, такие комментарии часто встречаются, можете сами посмотреть, и если люди думают, что меня интересует такое мнение, мне абсолютно насрать. Вот, ну и короче, он пишет, ты аутист, и ты это не скрываешь. Ну, как бы, смотри, я поступил в технарь, я проходил медкомиссию, как бы, ну, у меня со здоровьем все нормально. Я могу показать справки, если хочешь. Вот, и короче, то есть... Мне кажется, ты пиздишь. Я ему говорю, посмотри на свой канал, подрасти, пытаешься самоутвердиться за счет других? Твоя честь, что, ну, я тебе ответил, за это спасибо скажи. И то дофига радости тебе, свободе. Ну, короче, да, реально. Таким отморозкам отвечать, это и так им дохера честь. Он такой, честь? Ты серьезно? Ну, после знака вопроса за главной буквой пишется. У тебя канал говно. Опять в слове говно делается ошибку. Как и ты сам, все видосы лагают. Ну, во-первых, видосы, где у меня лагают, я их поудалял. И где лаги, и в монтаже я убираю это, поэтому там не видно. То есть, если для тебя видосы это лаги, то, ну, сходи к врачу. Вот. Он пишет, глаза калит. Калит, может, колит. С двумя буквами L... Чувак, твоя орфография, глаза колет, вот это реально колет. Он такой, и сам ни о чем. Ну, как бы ты лично со мной не общался, как ты можешь судить о человеке, не общавшись с ним? Он такой, у тебя просмотры меньше набирают, чем твоя аудитория. Как это понять? 3000 подписчиков и по 1000 просмотров. Это нормально, ничего тут такого нет. Вот, ну и короче, у него есть канал. Блин, чуваки, блять, это каналом назвать сложно. Понятное дело, я его страничку ВК показывать не буду.
Вот, потому что, ну, судить по внешности мы не будем, я уже до такого опускаться не буду, поэтому сейчас мы посмотрим. То есть он говорит то, что мой канал говно. И мой канал ни о чем, и мой контент ни о чем. Окей. Давайте посмотрим, что он может. Как говорится, как там Оксимирон говорил, критикуешь, предлагай, да? Ну давайте посмотрим. Название канала уже говорит о том, что у человека богатая фантазия. Но это не точно. Так, итоги конкурса на Радмир. 26 минут, а пошел ты нахер. Так, поехал на Запоре. На оффроуд. На Шелл Майбах. Жесть. Радмир, ролеплей, третий сервер. Ну окей, давайте... Сейчас мы посмотрим, блин, трындец, я не знаю, слышно ли вам, давайте для начала послушаем его голос, чуваки. Погнали. Интро, понятное дело, далеко не самое крутое, ну, будем откровенными, у меня интро не самое топовое, ну, короче, слушаем этот голос. Так, если честно, то при записи бандикам очень много FPS жрет, и поэтому у меня FPS садится. Ну, лично у меня, а на записи-то это как бы не видно. И, блин, вот, я до сих пор не могу, но графика мне до сих пор поражает, очень крутая графика. Честно говоря, я некоторые слова даже не понимаю, сейчас блестёба, но реально. И пока ему с трудом он преодолевает эту, так сказать, дорогу, бездорожье, да, и вроде бы как все нормально. Я замечаю, либо это у меня фризе, либо это из-за того, что он так едет, как бы это, саму тачку фризит, так, давайте извинюсь. Вроде пока что все отлично едет, и по идее это, блин, если даже я где-то застряну, то мне... Ладно, короче, голос вы послушали. Он сказал то, что вот у меня контент ни о чем. Он сказал это за видос, где я рассказывал про Мазин, где я там, ну, приводил пример и так далее и тому подобное, факты и так далее и тому подобное. Ну, короче, вы поняли, да? И он сказал, этот контент ни о чем. Зато поехал на Запоре, нашел Майбах, жесть, Радмир, ОЛП-2, это... В случае спасет гидравлика. Он, смотрите, сколько он пытается на горочку на эту выехать. Не, давайте, стойте. Давайте я вам лучше покажу это в ускоренной записи, потому что это смотреть просто нереально. А звук я вам выключу, потому что это будет сильно жестко даже для вас. А я знаю то, что вы у меня терпеливые. Ну, короче, смотрите, как он заезжает на эту горочку. Да. Смотрите, не, даже это, блин. Давайте вообще двойку, смотрите. Это он пытается заехать на одну горочку. Просто смотрите. Это просто что-то с чем-то. Ну, чувак, кстати, классно на оффроуде ездит. Ну, молодец. Это классно, это уровень, чуваки, это уровень. Ну, давай, мы в тебя верим. А, ну, это фиаско, братан. Вы просто посмотрите, это он на одну горочку пытается заехать, ну, уже минуту. То есть, ну, чё? А, ну да. По сути, он-то и заехал, только с другой стороны. Ну ладно, в общем, подписот у него 600, можете подписываться, можете не подписываться. Мне, в принципе, насрать, я даже дизлайки не ставил, зачем его обижать, у него и так аудитория, он еле набирается, то есть, да. Вот реально, просто посмотрите на этого хейтера. И большинство таких, я вот серьезно говорю, есть люди, которые, да, говорят, ну, Тимох, мне не нравятся там твои видосы, типа, ну, я не буду смотреть. Я говорю, чувак, ну, не смотри. Вот, а этот реально такой, типа, у тебя говно канал. Ебало, закрой. Типа это, блядь, ты свой видел вообще? Пишет с ошибками, блин, и такую лубуду гонит еще. Твой контент ни о чем, сам не понимаешь уже. Блядь, зато твой прям о чем, да, вот? Да, блядь, уровень вообще, блядь, уровень просто, да? Вот, в чем плюс еще? Когда вы сдаете, то есть вы попадаете в виртуальный мир номер 2 и... Виртуальный мир номер 2. Да, есть виртуальный мир номер 4 еще, наверное, блядь. Против. Он попал в виртуальный мир, едет, сдает права, стоит на красном свете. Блядь, ясно. Да, у Амазинга еще было. Сейчас мы делаем круг вокруг баттери вокруг. Сейчас мы делаем круг вокруг. И вот. Надо донатить, скорее всего, на випку вводит. Понимаешь? И надо будет покупать... Короче, ну нахер смотреть этот зашквар, бля, я лучше свои видосы попересматриваю. Дизлайк я ставить не буду, потому что канал у него и так еле развивается, возможно, он подрастет, мозги появятся и нормальным пацаном станет.
видосы однотипные, ничего интересного, чувак не взносит, никаких там РПшек, МПшек, ничего прям, знаете, такого, чтобы я, ну, не смог к чему-то придраться, не было, к всему можно придраться. Как я заработал 20 тысяч рублей за 5 минут, ну, блин, 20 тысяч рублей за 5 минут, думаю, ну, можно заработать в криминалке, не так уж и сложно. Свободная камера, ну, это ладно, это полезное видео, никому такого, ну, не буду обсирать, типа, самая выгодная работа, какая работа выгоднее, типа, серверы ютубера, ну, все мы это, честно говоря, видели, оффроуды, вот это, что будет, да, там, как Радмир у других интерьеров ворует, ну, блин, ну, типа, чё, взгляд на миллион, запорожец, взгляд на миллион, чувак, ну, сегодня стрим, видно, люди так-так твой стрим ждут. Ладно, ну вот как-то так. Вот примерно все такие, 90% хейтеров, они такие, знаете, я вот зашел, поржал, посмотрел его видосы, дизлайки не ставил, потому что, ну зачем, ну блин, смысл, думаю, ладно, пускай так. В общем, вот так, блин, привет тебе, конечно, надеюсь, ты увидел свой канал, это тебе такая, типа, антиреклама будет. Пацаны, кто тоже поржал, тут ставьте лайки, кому понравилось такое видео, ставим лайки обязательно. Потому что таких хейтеров хватает, я вам отвечаю, многие пишут, типа, ой-ой-ой-ой-ой, заходишь на их канал, а они, блядь, вот такие, как вот тут, я, блядь, совершенно не запомню, как он называется, Бу1ЗХТ какой-то, такой, короче, дрочь какая-то. Всем спасибо за просмотр, подписываемся на мой канал, подписываемся на второй канал, у него шоу, ссылочка в описании, обязательно напишите какой-нибудь комментарий под этим видеороликом, и напиши тому чуваку, типа, привет, от Тимохи под видосом, и может дизлайков налупить, ну, да, думаю, не будем так делать, да, мы все такие, мы не подлые люди, мы не злопамятные, возможно, человек еще и справится. Ладно, все, давайте, чуваки, всем удачи, всем пока. Подпишись на мою официальную группу ВКонтакте, ссылочка в описании по данным видеороликам. Подпишись на мой Инстаграм, ссылочка тоже в описании по данным видеороликам. Обязательно подпишись на мой Твиттер, добавь меня в друзья в Одноклассниках, также подпишись на меня в Фейсбуке.